Закружились в танцы. Студенты города отпраздновали окончание зимней сессии и День студента танцевальным марафоном «Star Teenager». В этом году в танцевальном баттле, организованном Комитетом по делам молодежи, приняли участие 6 команд. Победа на паркете досталась команде «ЮРГУ». Артистичные, пластичные и оригинальные студенческие танцы смотрите без комментариев. Все-таки на самом деле связано с Днем студента, 25 января традиционно Татьянин день, День студента. И вот мы приурочили к этому мероприятию данный танцевальный марафон. Поэтому мы надеемся, что всем, кому зачли, кто сдал сессию на хорошо и на отлично, вот все сегодня присутствуют и празднуют свой профессиональный праздник. То, что 15 секунд, то, что короткое время дается, и нужно поставить танец на это короткое время, а что показать толком, чего же нельзя. Здесь